city that never wakes up. She was enraged by the way that the emperors were trapped in the cage, and the days she deemed dull, leading to nights reading beer bottles. You're such a fugitive, but you don't know what you're running from. You can't kill us and you couldn't trick anyone. Who need you? You don't know what you're running away from. Who wants to sleep in a city that never wakes up, blinded by nostalgia? Who wants to sleep in a city that never wakes up? Спасибо, можно чуть музыку потише. Спасибо вам за поддержку. С праздником, с этим замечательным. И хочется сказать, что мы на самом деле не танцоры. Мы певцы. И сейчас для вас небольшой, на самом деле небольшой, 117-минутный блок наших душевных, личных композиций под вашу поддержечку. Надо же, повелись, это шутка. Смотрите, нам сюда на эту сцену нужно три смелых молодых человека. Раздеваться не надо, не волнуйтесь. Да, вот она один идет, да? Иди, иди, иди сюда, иди, иди. Он прям сразу, как будто вот оттуда и сюда, хорошо? Вот второй и вот третий. Отлично, этих ребят поддержите. Насчет раздеваться тоже шутка. Придется, ребятки, обнажиться чуть-чуть. Смотрите, мы вам сейчас покажем несколько простых движений из брейкданса, а вы их просто попробуйте повторить. Хорошо? Хорошо, все. Смотри, очень, на самом деле движения очень простые. Саш, покажи первое, буквально азы, с чего все начинается. Подожди, подожди, сейчас он придет. Все, давай. Красиво как идет, да? Так. Вот все с чего начинают. Пошли, скорей, скорей, скорей. Давай все. А, я понял, понял. Для тебя это слишком просто. Давай что-нибудь посложнее. Смотри, присели вниз. Давай, давай, присели вниз. Ручку поставили, ножку вперед. И так, раз, два, три, быстро, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Правильно. С каждым разом одежды все меньше и меньше. Так, присели вниз. Хорошо, присели. Ручку поставили. Нет, нет, ручку в пол. А ножку вперед, не назад, вперед. И вот так быстро. Раз, два, три, меняешь. Вот какая быстрая нога у парня. Он разными способами это делает. Ну подожди, подожди, не стоит таких делать. Кульбитов пока рано еще. Пойдем, теперь твоя очередь. Все то же самое. Присели, ручку поставили. Вот, хорошо, все как быстро делают, а? Смотрите, второе движение. Снова вниз, за себя. Хоп, прыгнули. Еще раз. Все, пойдем. Тихо, спокойно. Вот, ух ты! Техника какая филигранная. Давай без фантазерства. Вот и все, и достаточно. И убежал. Так, все то же самое. Оп! Вау! Вы видели, да, как он это сделал? И, наконец, третье движение. Друзья, смотрите внимательно сюда. Третье движение самое важное. Без него не обходится ни одно выступление. Приготовились. И... А вот если вы вот так не встали, да, красиво, с великим пафосом, вам никто не похлопает. По очереди, подожди, по очереди, давай. И раз, два, три, и красиво встал. Вот так. Вот это пафос. Пойдем, все то же самое. Красивый выход. Пафос уже начался. Раз, два, три. Вот так. Самый пафосный мэн, по-моему, здесь. Давай, покажи им, как надо. Так. Раз, два, три. Быстро, элегантно. Для чего? Для чего мы все это им показали? Вам, то есть. Это для того, чтобы здесь сейчас впервые на ваших глазах произошел батл. Батл это по-брейкерски что? Битва, правильно. Это команда профессионалов. Давайте, ребятки, вот сюда. Мы здесь против нас. И сейчас друг против друга. По очереди, смотрите, по очереди. Да, Саша, расставь их.
расставь. От каждой команды выходим вот сюда, вот в центр, и что-нибудь здесь показываем. Вы показываете все то, что вы сейчас здесь научились, хорошо? Плюс все то, что вы уже умеете. Поехали мы на... Не-не-не-не, вы готовы, кстати? Мы начнем, мы профессионалы, вернее, мы новички. Профессионалы, давайте, отвечают профессионалы. Да по очереди вы! Да куда вы? Они нас решили просто унить. Это просто нереальные ребята. Опа, остается один бивой. Какие интересные движения он делает. Ответ новичков. Хоу, хоу. Давай, капитан, выручай команду. Ё-моё, вы посмотрите, по-моему, мы сейчас проиграем. Вау! Что он творит-то? Бешеная нога! Блин, я даже не знаю, что на это ответить, это очень круто. Профи, ваш скат, нечто, давайте ваш ответ, все, давайте, уничтожайте вот этих вот парней. Вот он пошел, главный герой-убийца. Сальсароп. Ух ты, он Индиан Степ знает. Мне кажется, он готовился. Вау, вы посмотрите, что он творит! Ну все, можно музыку потише. Потише, потише, уводите трак. Хорошо, батл можно считать законченным. Но как бы законченным, да? Да потише можно трек чуть-чуть, спасибо. Вот смотрите, сейчас, как в каждом соревновании, нам, естественно, нужно определить победителя. Давайте, ребятки, сюда чуть поближе. Сейчас по вашим аплодисментам мы решим, кто же победил. Сначала вот нам аплодисменты. Вот команде United Force мы два дня занимаемся, новички, так сказать. Поехали! Ну, неплохо, неплохо, кстати, ребятки. Я думаю, что мы все-таки выиграем. А теперь аплодисменты команде профессионалов. Вот это команда! Я чувствую, я... Блин, ребята, я чувствую, вы... Да вы... Все, продолжаем, да? Они не хотят уходить. Вы и так нас выиграли, может, хватит? Хорошо, ребята, вам на самом деле большое спасибо. Вот давайте этим героям еще раз хлопаем погромче. Они красавцы, выиграли нас, мы пошли готовиться. United Force, отдыхайте.
prepare for the battle. United Force! И отдельные аплодисменты нашим суперпрофессионалам!